Бараки подсобного хозяйства Суханова, построенные в 20-м столетии для рабочих, ветхие. И именно из этих домов по муниципальной программе произойдет расселение жителей в новый жилой комплекс, который возводится здесь же рядом. Надежда Рассыпнова, как, впрочем, и другие, уже отчаялись ждать, когда же им посчастливится жить в нормальных условиях. Очень верим. Ну, как говорят, надежда умирает последней. Ну, надеемся, может, кто-то нас услышит, и счастье нам придет. В Ленинском районе успешно реализуется муниципальная программа развития застроенных территорий, в которой предусмотрено снос ветхого и аварийного жилья. Семьям же предоставляется возможность переехать в новостройки. Есть программа, которую реализует застройщик ООО «Солнечный парк». Это в сельском поселении Володарское. Там переселяется всего 105 семей в первую очереди, а всего переселению подлежит 200 семей. Это ориентировочно 300 человек. Значит, сейчас уже переселено в Володарском 56 семей, то есть 49 ожидают переселения. В сельском поселении Булатниковская строительная компания «Декор» возводит жилой комплекс «Усадьба Суханова», куда и будут переселены жители из бараков бывшего подсобного хозяйства. Застройщик берет на себя обязательство вместе с благоустроительством территории комплекса создать и комфортные условия социальной направленности. Уже подписан ряд договоров с теми арендаторами, которые называют. Будет продуктовый магазин, непосредственно всяческие услуги, парикмахерские, салоны красоты, детские клубы. В общем, достаточно много арендаторов, которые готовы въехать вот в такой красивый павильон. Сроки сдачи жилого комплекса – первый квартал 2016 года. Людмила Медведева, Алексей Ильин, Екатерина Чернышова, «Видное ТВ».